цветочки, которые, если до них дотронуться, то они живые. Кидеска конохана. Доста кононатте маска. Канна. Савару то конан. Вот такие цветочки. Тринанту ихана. Одзигин. Одзигисо. Одзигисо. Не знаю, может японские цветы. Есть такие в России или нет? Неизвестно. Привет, друзья, с вами Сергей Куваев. Незапланированное такое видео. Я и сам не ожидал, что буду сегодня что-то снимать. Собирались мы, значит, с Мариком просто пройтись и прогуляться. И вдруг у меня раздался звонок, и меня срочно вызвали на работу на какое-то ТВ-шоу на Асахи ТВ. Причем даже я не понял вообще, что мне надо делать, и сначала даже не понял, куда мне надо ехать. Вот в итоге в течение часа я приехал на велосипеде, еле нашел офис. Оп, уже сижу, жду съемок. И смотрите, что я здесь обнаружил. Вот такой костюм. Все, даже не представляю, что мне придется делать. Какой-то варайти шоу, типа, с комедиантами. То есть, может быть, нарядят меня в этот костюм, я буду там с ними, не знаю, зажигать каким-то образом. То есть, вот такая вот непредсказуемая работа в Японии. То есть могут вызвать, придешь, не знаешь, что делать вообще. Вот, все, зато очень интересно, то есть много сюрпризов всяких неожиданных. Бенто даже приготовили для меня, даже два целых. Все, что осталось от бенто, когда ты вегетарианец. Ни рыбка, ни яичница, ни мяско, только рис. Кстати, да, вот запилю я, наверное, как-нибудь видео про вегетарианство вообще в Японии. Почему я, собственно, сам вегетарианец, как мне с этим живется вообще в Японии. Сколько я уже? 4 или 5 месяцев, наверное, не ел ни мяса, ни яиц, ни рыбы, ни курицы, вообще ничего. Ну и что, знаете, в двух словах пока нормально, вполне себя прекрасно чувствую. Ну, зашибись, посидел просто, считай, 3 часа, дождал, посмотрел телек. И все, и так моего дебана, дебана это по-японски значит, типа, твой выход, так его и не было. Такие дела были там, короче. Были там группа SKA48, 5 девочек из состава, и они беседовали с двумя ведущими мужиками лет под 40. То есть, сами представляете, SKA48, им там где-то, ну, около 20 лет, они беседовали о том, какие части тела любят мужики в женщинах. О цвете сосков. Жесть просто, о чем на центральном телевидении японском беседуют ну уже люди такие довольно-таки возрастные и с молодыми девочками. Это очень забавно, конечно, выглядит. Японский телек жжет, конечно. Так, друзья, день обещает быть не очень насыщенным, точнее он уже не был насыщенным, поэтому чтобы это видео было немножко, ну хотя бы чуть-чуть подлиннее, я вам покажу просто красивые виды. Смотрите, какая красота, а? Это я сейчас нахожусь рядом со станцией Акасака. Ну, казалось бы, просто каменные джунгли, но вот мне очень нравятся такие, знаете, пустые улочки. Машин практически нет, людей тоже. Круто вообще на велике ездить по Токио, это просто благодать. Когда хорошая погода, сейчас как раз не очень жарко. Токио продолжает нас радовать красивыми закатами. Смотрите, какое небо. И рыбку можно сразу половить вечерком. Правда, сегодня что-то никто не ловит. Прям под эстакадой практически. Ну а что, круто же выглядит вечернее небо. Токийское. Thank you.
какие краски.